Плавки возьмешь, что ли, в Сочи? Ну, мы что, они плавать ели. Если только в бане. А кольцо обручальное? Ну, что, что кольцо обручальное? Салу возьмешь? Ну, пока да. Может, там сниму откуда я знаю. Да нет, конечно, если только на игры же нельзя. Настрой какой-то есть соответствующий? Ну, конечно, всегда есть. Все настраиваются на тяжелую работу, потому что нас ждет непростая вторая часть. И поэтому надо очень хорошо поработать, чтобы сыграть отлично и выполнить свои цели. Признаюсь, килограмм набрал? Пока немного, нет. Килограммчик, может, лишний есть, а так нормально. Когда получилась свадьба была? 10 января. Ага. В связи с этим какие-то мотивации дополнительные есть на сборы? Ну, понятно, что теперь женатый человек. Мотивация у меня семейная еще больше стала, а насчет футбола у меня всегда она была и всегда будет. Сколько уже в клубе работаете? 2004 года. Дорогу до Сочи можно закрытыми глазами, надо знать. Да. Подушка, одеял. Удобные? Да, чтобы на полу спать. Баскетбольные мячи для чего? Это не баскетбольные, это тяжелые мячи. 5 килограмм, вот 3-4. Это сила. С тренерами собрались на 2 дня раньше, то есть проговорили, подготовили, спланировали, вернее, всю подготовку, то есть еще раз проговорили. Уже сейчас готовимся к 14 марта. Мяза, ну что есть? Есть поверье такое? Какое? Когда футболист женится, он пропадает на... Да я же не такой, я профессионал. Он не такой, он давно уже пропал. Чего возвращался-то? Паспорт забыл. Неплохая примета. Да не, нормально все будет. Стой, а как же новый конкурс? Ну что ж, не успели разыграть очередной конкурс. Придется ограничиться подведением итогов старого. Наиль Макжанов сыграл свой первый матч за «Волгарь» в 98 году, и это был кубковый матч против «Динамо» Махачкалы. Здесь будет правильный ответ, точнее, первый человек, который правильно ответил на вопрос, а здесь моя страница ВКонтакте. Забери приз.